Здравствуйте, мои дорогие друзья! Всех рада приветствовать в новом влоге. Влог будет интересный, приятный, красивый. И вот прежде всего хотела показать красивый букет цветов. Здесь тюльпаны, розовые, желтые и герберы. Какая красота, правда? Дарю вам этот букет. Так, как всегда, я только начинаю снимать видео, мне сразу же звонят друзья. В общем, помните видео, которое я снимала о посылке из Армении? Сегодня есть также у меня посылка из Армении от моей той же самой подруги Жаночки. Огромное спасибо. Я вам скажу честно, я знаю, что есть... Чуть-чуть знаю, что есть в посылке, но не все. Поэтому вместе будем с вами радоваться. Вы готовы разделить со мной радость? Тогда поехали. Прежде всего хочу сказать, что в Роттердам, где я сейчас живу, ехала... Помните, мы ходили в гости к Ноне, ее невестка. И места много, не было, чтобы взять какую-то мне передачу. Поэтому здесь моя подружка Жаночка поместила 1 килограмм сюда. И, ну, это я несказанно этому рада, потому что это посылка из Армении, это посылка от моей подруги, и даже маленьким презентом я бесконечно рада до небес. И я не смотрела, будем смотреть вместе. Красота. Не могу налюбоваться. Зима, январь, а у меня тюльпаны. Так. Вот. Пакет один, и в нем внутри есть другой пакет, вот такой, красиво все запечатано. Я буду сейчас с вами смотреть, что здесь такого красивого. Да. Все так запечатано тщательно. Одна коробочка. Так, начнем из такого вкуснейшего домашнего лакомства. Это сухофрукты, но я не знаю, что именно здесь. Надо у Жанны спросить, потому что я не знаю, что именно здесь. Какой вкус? Персик или слива, или что? Ой, я слышу этот гуд. Вкусно пахнет. Ты кто такой? Я думаю, что это слива. Друзья, думаю, что слива. Просто все хорошенько запечатано, чтобы не вывалилось. Не вышло, не потерялось на пути к Кате. Далекие Нидерланды. Ох, 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 ох. Что сказать, что сказать. Что стоит этого абрикоса? Я думала слива, но запах абрикоса домашний. Так, это будем пробовать потом с чаем. Я недавно кофе пила. Потом я вижу какую-то красивую кисточку. Смотрите, она слегка скошена. Я как любитель могу сказать, что это на контур браш. Значит, она подойдет, в принципе, для румян, для контуринга. Или же можно еще и для хайлайтера, почему нет. Спасибо, спасибо. Я это не видела, не смотрела, честно скажу. Я только вот сухофрукты проверила. Потом с запахом, ароматом розы здесь идет вот такие палочки. Помните, я жаловалась, что в моей комнате неприятный запах. Но здесь жили старики раньше, до этого. И поэтому такой аромат. Это ароматы. Но я думаю, здесь... Разные есть, потому что, видите, есть черные, есть коричневые. Надо уточнить. Может, в эту коробочку два разных положила Жанна. Вай-вай-вай-вай. А здесь то, что я просила. Чоколад. Шоколад. Мой самый любимый шоколад в Армении – это Grand Candy. Знаете, такие огромные шоколадки.
Я люблю молочный. Огромные шоколадки большие. Есть фундуком и есть с миндалем. А здесь смешанные орехи. Вау! Я раньше всегда в Украину родителям везла вот такие шоколадки. Зеленый еще был цвет. И еще третий какой-то. Уже подзабыла. И вот это вот была только с миндалем. А здесь смешанные орехи. Очень вкусный шоколад. Кто меня будет смотреть и еще не пробовал, бегите, вы много потеряли. Это безумно вкусно. Будем берегти, беречь. Слушайте, друзья, я украинка, у меня разговариваю на украинском с родителями, с близкими. С вами по-русски, теперь жила в Армении, теперь здесь в Нидерландах, поэтому у меня все в голове смешалось. Будем беречь к празднику какому-то. Так просто, так не будем такое... Никому не дам, соседке не дам никакой. Ага, о, вот это тоже очень вкусно. Вот Гранд Кэнди очень вкусные шоколадки. Я еще, знаете, какие люблю конфеты? Это те, которые с сухофрукте. Сейчас скажу. Помните, вот сухофрукт, вверху покрыто все черным шоколадом, а внутри идет орешек. И там я люблю очень с вишней. Вот вишня красная, еще клубника вкусная, как вспомнил. Они, конечно, не дешевы. Где-то раньше стоили около 5000 за килограмм. Драм. И Гранд Кэнди с фундуком. Вот такую я не пробовала. Такая шоколадка. Спасибо. Так, еще не все. Вот такой. Вот такая упаковочка. И здесь я вижу собственными руками. Жанна сделала вот такие вот мне... Сама. Magic. Ой. Ой. Даже маску здесь. Боже, что я вижу. Хочу оценить с вами вместе эту тонкую работу человека, который прислал мне снежинки. Собственными руками сделала. Тут немножко кончики загнулись, потому что все-таки путь не близкий из Армении в Нидерланды. Но вы посмотрите. Это очень приятно, когда собственными руками. Спасибо. Я повешу на окно, помою. И потом покажу вам тоже в следующем влоге. Но здесь у меня начинается самое интересное. Не знаю, все так связано между собой. Ароматы. Друзья, кто не знает, что я являюсь парфюмоманьяком, теперь знайте. И у нас общая тема. Так, первый аромат. Ну, как-то я думаю, что я сделаю еще во следующем влоге обзор более тщательный. Ну, не в следующем, в ближайшем. Потому что пообещаю, потом буду переживать. Сделаю. Ароматы, которые я опишу. Потому что я сейчас... Наверное, не смогу на эмоциях так вот тонко и тщательно все оценить. Но первый аромат у меня от Труссарди. Limitless. Может быть, я неправильно, точно неправильно читаю. Via della Spiga. Что-то такое. Я читаю, конечно. Боже, как это красиво. И что-то мне напоминает. И здесь вишня, что ли, есть? О боже, как красиво. Этот аромат Труссарди я, наверное, не слышала. Вот у меня такой флакончик есть, подписано, все здесь есть. Так. Следующее. Все здесь скотчем заклеено, приклеено. Так, потом вот такие вот ароматы. И здесь у нас... Я вам скажу, я уже вижу... Мой желаемый, любимый амуаш. Я очень хочу себе в коллекцию свою амуаш Саншайн. И у меня он здесь есть. Сегодня я не наносила, я буду в нем. Ой, это такое... Называется солнце в бокале. Это красивый, солнечный, яркий, пряный. Неудушающий восточный аромат. Обожаю. Ах, прелесть. Так, HFC. Тоже очень красивый аромат. Я его знаю, но сейчас не хочу смешивать. Смотрите, ознакомьтесь с этим брендом. Здесь называется аромат
Love everywhere. Любовь везде, что ли? Ребята, что есть, то есть. Так. Black to Black Killian. Это тот аромат, с которым Жанна меня познакомила. И он сначала мне показался слишком тяжелым. Но когда я его расслушала, разносила и поняла, что это тоже, как и моей Жанны, и мне, аромат антистресс. Это такая глубокая медовая гуща, но не слишком для меня приторная. Вот я единственная, я люблю сладкие ароматы, только когда слышу жжёный сахар, вот сладкую вату, там мне неприятно. А вот медовый аромат я просто превосходит. Ну, восхитительно красиво. Ой, это надо просто смешивать ароматы, тяжело. О, еще Black Phantom. Black Phantom от Killian. Так. Я не могу, чтобы не показывать вам эту красоту в экране, да? Так, друзья, сейчас у меня... Я вижу, здесь даже есть масочка для лица. Это Катя тоже обожает. Спасибо. Завтра же все буду на себя наносить. Так. Ух ты. Еще есть. Тут просто скотч, поэтому немножко сложнее наносить. Еще есть здесь. Минуты идут. Так. Ой, кто-то спешит. Я спешу вам поделиться. Ван Клиф аромат. Перье. Конечно, читать я не умею. Ой, у меня уже тоже аромат потерялся. Ван Клиф. Я буду тоже знакомиться. Мы обсуждали эти ароматы. Я хотела тоже послушать. Еще Black to Black by Killian. Вот это у меня будет надолго. Всего хватит. Так, Киллиан. Знаете что, ребята, я буду честна, я не умею читать все ароматы правильно, как тем более те, которые я еще не знакомилась с ними. Я прочту, это тоже еще один аромат от Киллиан. Но сейчас все ароматы мне пахнут Black to Black. Потому что я его больше всего слышу. Хотя Sunshine — это моя любовь. И еще тоже. То есть у меня куча этих ароматов. Я так счастлива. Потом еще какая-то коробочка. Что-то какое красивое, мимишное. Вау. Видите, это я так и знала. Смотрите. Это хайлайтер. Сейчас с вами вместе и нанесем. Какой он красивый. Будем сверкать, друзья. Давайте. Вместе будем с вами светиться. Так. Я в это видео еще прилеплю один подарок мне. Это еще не конец, так что не расслабляйтесь. Берем. Magic. Увидели бы вы эту россыпь. Видите? Как красиво. Вах, мамочан. Катя, какая прекрасная стала. Какое сияние. Красивое, очень сильно. Такое мелкое. Плохо фокус ловится. Спасибо огромное. Я в восторге. Мне сколько подарков. Знаете, Новый год закончился, а подарки мне еще идут. Так, здесь надо аккуратно положить мои ароматы. К этому я очень серьезно отношусь. Вот этот трусарди вообще что-то для меня сверхъестественно прекрасное, невообразимое. Спасибо огромное за подарочки. Спасибо. Так, теперь я была в гостях у Ноны в пятницу. Уже какой день? Сегодня вторник, но у меня были дела. Я была занята. И я получила вот такой красивый, огромный подарок.
Это косметика, где работает моя мама, упаковывает ее на производстве Rituals. Это уходовая косметика, в принципе, она славится в первую очередь уход за телом, но там же есть и за лицом, и за волосами, и за всем. Я думаю, вы о ней слышали. Я, если честно, познакомилась с ней только в Нидерландах. Всегда хожу по торговому центру и смотрю Rituals. Мне так как-то хотелось, но я думаю, будет время, куплю. Но она меня опередила и сделала мне вот такой подарок. Это аромат, кстати, там разные ароматы. Есть зеленый с лотосом, красный, такой вот упаковка. Но я очень хотела цвет сакуры. Это очень красивый, цветочно-нежный, такой воздушно-цветочный аромат. Напоминает мне слегка лотос, но не знаете, лотос он такой ядреный, а это нежный лотос. Потому что сакура, мне кажется, еще нежнее пахнет. Вот это все очень насыщенно. Я вам по секрету скажу, я уже попробовала пенку. Здесь входит, это просто что-то с чем-то. Почему пахнет лотосом? Потому что более насыщенно. Я покупалась, утром еще все тело мое пахло именно вот этой пенкой. Пенка увлажняющая. Смотрите, вы наносите вот это средство, когда купаетесь, оно в виде геля. Но когда пользуетесь... Размыливаете в руках, превращается в пенку. Пенка увлажняющая. Вот такой мист можно использовать на волосы, на одежду. Тоже пахнет сакурой. Между сакурой и лотосом посерединке. Почему-то лотос я тоже здесь слышу. Потом вот такой вот аромат для дома. Здесь внутри палочки. Я открою, сейчас вам покажу. И крем-баттер для тела. Супер пахнет вообще. Очень красиво. Я счастлива. Я давно хотела, и у меня есть это. Спасибо огромное, Нона, за такой прекрасный подарок. Вот это хочу показать вам. Вот такие вот палочки. И вот такой вот аромат. Вот мы его откроем. Здесь просто наклейки. И поставим эти палочки, будет излучать вокруг красивый аромат, запах сакуры. Я всем рекомендую, кто еще не пробовал, познакомиться с этой маркой. Потому что что я не попробовала, просто от этого в восторге. Я пользовалась мистом, брызгала на волосы. Знаете, я люблю сложные ароматы, тяжелые, но иногда хочется, чтобы, ну вот что такое легкое, фруктовенькое. Вот оно напоминает, знаете, вот эти вот прыскалки от Victoria's Secret, а-ля этого плана. Нанес, через час-два уже нету этого аромата, потому что иногда сложные ароматы, они долго сидят на коже, и тяжело от них избавиться, даже постираешь одежду, они еще пахнут. Поэтому это очень подойдет тем, кто хочет немножко иногда. Пенка просто супер. Я читала отзывы в интернете, то, что это надолго хватает. Цветочки для вас, мои хорошие. И вот этот вот крем-баттер. Боди-крем. Magic Touch называется. Тоже слишком так глубоко. Знаете, я не люблю косметику, особенно крема и для лица, и для всего использовать, когда слишком чувствуется липкий слой. Какой-то вот плотный, масляный. А здесь идет глубочайшее увлажнение. И нет вот этого вот тяжести на теле или даже на руках. Я вам скажу, что нанесла даже на пятки, на ноги. Вот нанесла этот крем, тоже так увлажнила под носочек просто и аромат. Так что, Катя, счастлива, куча подарков. Я буду еще изучать ароматы. Спасибо всем друзьям, кто есть в моей жизни, кто делает для меня такой вот праздник и счастье. Я желаю, чтобы у вас всех были такие же друзья, как у меня. Хотя, кто меня здесь смотрит, в основном все мои друзья. И вы у меня самые-самые лучшие. Я вас всех обожаю. Желаю вам счастья, мира, радости, добра, позитива и Божьего благословения. Пока. До новых встреч.